Приборного, завода «Контакт» в Саратове, троллейбусного и локомотивного предприятия в Энгельсе. И таких примеров множество. Ситуация усугубляет последствия пенсионной реформы. Общеэкономический кризис и пандемия вируса. Если правительство страны и региона не предпримет в самое кратчайшее время оперативных мер вплоть до национализации крупных производств, ситуация примет катастрофический и необратимый характер. Поэтому мы требуем от, дальше, Володина, ну я буду называть должности, председателя Государственной Думы, председателя правительства, президента, руководителя Саратовской областной думы и губернатора Саратовской думы, мы должны на Саратовской области, мы требуем не допустить сокращения рабочих на СЭПа, радиоприборному, других предприятий в регионах, принять срочные меры для стабилизации финансово-экономической ситуации на предприятиях, введение рабочего контроля за финансово-экономической и кадровой политикой руководства и собственников. Провести индексацию зарплат в соответствии с реальной инфляцией. Провести поэтапную национализацию крупных предприятий региона. Только это способно спасти наше производство Саратовской области и сотни тысяч рабочих мест.